Легких путей мы не ищем. Именно так можно сказать о втором матче между Нижегородской «Чайкой» и «Стальными лисами» из Магнитогорска. Эта встреча на льду Дворца спорта имени Коноваленко прошла строго по сценарию любого голливудского блокбастера про спорт. Уже на 16-й минуте встречи наша молодежка горела 0-2. Гости в обоих случаях удачно использовали свое численное преимущество, а вот у команды Вячеслава Рьянова игра в большинстве результатов никак не приносила. Пришлось искать тропки к воротам лис при равных составах. «Чайка» во втором периоде неоднократно была близка к успеху, но где-то магнитогорцев спасала штанга, где-то перекладина, а где-то просто не хватало решающего броска. Тем не менее, старт роскошному камбэку был дан за полторы минуты до второго перерыва. Роман Горбунов отправил шайбу в дальнюю девятку и тем самым вернул нижегородцам уверенность. Как и в случае с первым голом, в следующих моментах на авансцену вышла индивидуальная игра хозяев льда. Так, в середине третьего периода Андрей Крупкин протащил шайбу через пол площадки и на финише своего спурта уже в падении отправил шайбу в домик вратарю «Стальных лис». 2-2. И в дальнейшем уже казалось, что дополнительного периода будет не избежать. Но у Артура Гиздатуллина были другие планы. На последней минуте основного времени у защитника гостей ломается клюшка. Снаряд подхватил Роман Горбунов и отпасовал на 87-го номера «Чайки». Артур Гиздатуллин выдерживает нужную паузу и хладнокровно ставит жирную точку за 52 секунды до сирены. 3-2. Победа достойная голливудского блокбастера.